36-летняя Ксения Бородина поскандалила с зоозащитниками. Это произошло после того, как ведущая реалити-шоу «Дом-2» сходила в цирк вместе с детьми и рассказала о своих эмоциях поклонникам. Защитников прав животных возмутила беспечность телеведущей, которая поддерживает эксплуатацию зверей и их содержание в тесных вольерах. На брюнетку ополчились многие. Бородина заметила, что в цирках животные находятся в тепле, их всегда кормят и о них заботятся. Тем не менее, хейтеры продолжили упрекать звезду. Ксения недоумевает, почему многие решили, что льву будет лучше в другом мире, а не среди людей. Лев не знает другого, не знает дикой природы. «Это по сути такое же домашнее животное, только экзотическое», — отметила она. В завершении своего выпада теледива призвала активисток лучше бороться за запрещение стриптиз-клубов, а не цирков. «Вы бы лучше так выступали против стриптиз-клубов, чтобы ваши мужья бежали к вам с работы, и вы были бы добрее и спокойнее», — обратилась к недоброжелателям Бородина. Недавно Ксения рассекретила бесплатное увеличение груди для участниц «Дома-2». Дочь телеведущей впервые вышла на подиум, посмотреть, как выглядели Ксения Бородина и Собчак на заре реалити «Дом-2», можно здесь.